Ребят, почти доехал. Красотень! Свобода, воля, поля, реки, леса. В общем, осталось подъехать вон туда, но вот этот участок меня беспокоит, чернозем. Мы тоже там проезжали черноземы. В принципе, наболтали немножко на колесике, но в принципе машина прошла без проблем. Даже не включая ни пониженную, ни полный привод, прошли. Правда, носило здорово. Наболтали куски грязи, прям ништяк. Я думаю, к вечеру проветрится, и уже можно будет спокойно сюда доезжать. Ладно, нам туда вон чуть-чуть осталось. Итак, ребята, всем привет. С вами Седой Копатель. И я снова приехал на старую деревню, где находится древняя известная церковь. Прошелся я на свой шурф, который в свое время я присыпал, посмотреть, как там, что. И я был удивлен, его ребята шурфанули. Опять его ковыряли там, сям. В общем, сейчас приду на фундамент, вам покажу, что там происходит. Последнее, что я там находил, я вам, конечно же, покажу все находки, ну, самые вкусные находки. Ну, а в целом, фундамент большой, перспективный был. Не знаю, как там сейчас, мы отправимся и посмотрим. Очень плачевно, когда приезжаешь на свой фундамент незавершенный, а его того самое. Ладно, сегодня буду копать один, в связи с тем, что моя команда, я не знаю, то ли подустали от копа, то ли что. В общем, кто-то работает, не хотят. Если бы знал, что моя команда не приедет со мной, я бы позвал кого-нибудь из числа подписчиков, потому что деревня как бы нежелательно, чтобы здесь посторонние люди были. Вот, ну, кого-нибудь, парочку бы обязательно позвал. Вот, ну, увы, сегодня буду копать только со своим незаменимым комрадом, которым на заднем плане безотказный. Сказал копать, значит копать. Вот. А остальные? Да. Ладно, что получится. Надеюсь, видео состоится. Если меня видите, значит что-то у нас отыскалось. Ну, погнали, посмотрим на сам фундамент. Ну, а вот так вот сейчас выглядит, ребята, тот фундамент, который я начинал после кого-то шурфить. Остановился я вот здесь. Вот здесь я остановился. Кто-то его расширил вот до таких предел. Вот так вот. Расковыряли его везде. Смотрите. Везде. Очередной раз шурфили на штык лопаты. Поковыряли опять везде. Еще раз повторюсь. Не знаю, нашли они что здесь или нет. Если бы нашли, они бы его продолжали. По сапутке у них вот такая куча. Всего-всего вышло. Ну а по монетам, к сожалению, сказать не могу. Так что я буду снова пытаться здесь зашурфиться. Снова разрабатывать начатое и заодно приводить в порядок то, что оставили здесь сейчас. Все это мне надо будет присыпать, потому что, ну, я оставлял совсем другое, а здесь он опять, видите, какое безобразие. Ладно, так делать нельзя, ребята. Присыпайте хоть немного. Ну а мы начинаем. Пожалуй, буду срезать вот это все. Придется перелопатить снова очередной КАМАЗ. Пожелайте удачи. Ну что, ребят, где-то копаю минут 20. Была советская копеечка, ничего интересного. Вот. И сейчас находка, которую я, если честно, поднимаю в первый раз. Я никогда такую большую конинку не подымал. Жалко с утратами, а то была бы
центральная часть к экспозиции, панно. Но жалко, жалко с утратой. Вот. К чему я стал записывать. Видите, да, я здесь попытался, углубился до материка. Материк. Вот такая прессованная земелька здесь. Вот. Стенки начал подрезать. И они, смотрите, осыпаются. Это означает, что здесь шурфили два материка. Я искал нетронутое место. Вот откуда у меня и выпало вот эта конинка. Вот видите бревно? Вот сейчас я вдоль этого бревна и пойду в ту сторону. То есть вот эта вот часть, мне кажется, не шурфленная, потому что здесь, ну, как бы прессованная. Прессованная. Ну и, естественно, находочка не ждала долго. Так что вот пока так. Ну ничего, пойдем дальше. Пойдем. Итак, ребята, решил я этот фундамент бросить. Всего-навсего вот здесь небольшая гряда, полоска нетронутого была. И там ничего как бы нету. Так что, не знаю, наверное, пойду соседний фундамент тоже тронутый. Он, видите, он какой, он весь расшвыренный. Пойду туда, посмотрю, что там. За собой я присыпал, ребят. Хотя бы вот так присыпайте. Я не говорю прям, чтобы идеально было, но хотя бы, чтобы не было ям. Вот нормально. Вон, видите, вон там ямы. Вот это как бы нежелательно оставлять. Это я начинающим шурфологом говорю. Ну а старым шурфологом, ребят, так нельзя делать. Уважайте других. Вот из-за таких вот шурфологов нас не любят копателей. Ладно, красота. Смотрите, чернозем везде. А вон там такие пятна светлые. Итак, ребят, прошло, наверное, чуть больше часа. Ходил, искал в поисках фундаментов. Находил всякие советские монетки. Чуть позже покажу. Вот. И вот здесь вот обострил свое внимание. Он копанный. Видите, со всех сторон. Везде ямы. Везде, куда я взор свой не глянь, везде. Даже вот здесь вот, где я начал, здесь тоже было на штык лопаты. Но мне почему-то, знаете, стало симпатично засыпка. Засыпка, ну и сопуточка кости, керамика. Вот, и где-то вот, вот она. Первая сегодня царская монета. Я думаю, что будет бодрая. Это 3 копейки. 1906. 1906 год. Николаевская трешка. Я думаю, будет неплохая. Ну, время, конечно, покажет. Ладно, с почином, ребят. Первая сегодня царская монета. А время-то уже вечереет. Только что пообедали с Кингом. Да, Кингух? Пообедали? Кингух, передай привет всем. Передай. Передал. Ладно, продолжаем. Ну что, ребят, находок не особо. И покажу, пожалуй, вот такие вот 10 копеек. Год 54-й, ёшкин кот. 54-й. Ладно, хоть не 60-е. Да, пока не густо. Не густо. Ну ладно, фундамент всего-навсего, ребят, на два штыка. То есть, как бы, с этим фундаментом я быстро управлюсь. Если находки будут, буду продолжать. Вот это вот эпицентр. Надо будет шурфить. А так, что-то не очень. Прокопал уже, как бы, такую кучку.
вагончик. Но пока ничего интересного нет. Итак, ребята, интересная находка. Очень интересная. Опять то, что я такое не находил. В каком плане, ребята? Это стекло, бутылочка. Вон он лежит. Вы думаете, обычная, маленькая, да? Но нет. Это не обычная. А, с наклейкой, ребята. С этикеткой еще. И на этикеточке имеется надписи и царская символика орел. Вот смотрите, как такие бутылочки изначально выглядели. Вот с такой вот этикеткой. Я в первый раз нахожу такую бутылку. Вообще класс. И на донышке там тоже, смотрите. На донышке тоже там что-то. Очень интересная бутылка, очень. Надо быть с ней очень аккуратно, чтобы не отвалилась этикетка. Ладно, ладно. Идем в ту сторону. Кстати, по сапутке, что у нас получилось здесь? От бубенца. А затем от керосинки. Колесик. С надписями. Какая-то лабуда, не знаю. Конинка и шпингалет. От шпингалета. Цветнина. Ладно, продолжаем. Кинг на ночь. Кинг на ночь что-то взбесился. Все, успокойся, я устал. Так, ребят, у нас совсем уже темно. Мне звонили сейчас пацаны, в частности Михалыч. Говорят, что они завтра поедут в другую деревню. И мне придется, наверное, отсюда смотаться к ним. Так что сейчас ужин. Посидим у костра. И спать отвалим. Поспим. И с утра поедем на деревушку. На котором, в принципе, нормально. Когда мы в Казань ездили, Михалыч там серебро Екатерины поднял. Вот, ну и всякий такой сопутствующий медный царский. Вот, так что поедем, наверное, завтра туда. К сожалению, шурф на нас здесь не сдался. В связи с тем, что кто-то его добил хорошо. Ну, а мы немножко это тоже монеток собрали верховых. Фунды не сдались у нас. На ночь ничего не нашел. Вот, так что ночью смысла искать чего-то нету. Надо было заранее готовиться. Но не подготовился, не нашел. Ладно, на этом и все. Всем пока. До новых встреч завтра утром.